Друзья, всех приветствую, с вами Гамилькар Барк, и это вторая серия нашего прохождения за Рим в Первом Риме, мод «Месть варваров 3. Изюм Востока». Всем желаю приятного просмотра, не забываем поддерживать канал подпиской и лайками. Так, переобучаем войска в Потави, забираем Медиалан после той битвы, которая здесь у нас была. Интересненько, да, экстерминируем врагов. Так, переобучаем войска, ремонтируемся, языческий, варварский. Там сносим, свой строим. Строим также дороги. Дальше у нас что будет? У нас будет разделение войск на два направления. Наверное. И формирование еще одной третьей армии. Я хочу так попробовать сделать. Галлы попросили прекращения огня. Полководец! Значит, мне нужно сейчас закончить переобучение коня. Шака я не могу, потому что тут нету конюшен, да? Сука. Строим порт в Сигесте. Здесь двигаемся в сторону этого порта Сигесты. Они кончились, господин. Приказы! Приказы! Так, мне Полководец! нужно еще одну кавалерию как-то подсобрать. Да, вот так вот мы можем Император! сделать. Все, этот стек Полководец! готов. Господин! Полководец! Пехоты надо поддать Господин! туда. Император! Марш! Посадим мы сейчас эту армию на корабли и поплывем. Полководец! В Галлию, море. Император! Уходим! Ходов Здесь больше нет, дождемся, господин! конечно же, пока у нас построятся корабли. Ну, так вот мы сделаем. Нам надо сейчас формировать еще одну армию, которая пойдет захватывать у нас этот горный хребет и то, что за горами. По крайней мере, попытается туда Да, капитан. воткнуться. Плюс мне нужна армия, которая будет здесь воевать. То есть еще 4, еще 2 армии надо, чтобы у меня было в тотале 4. Во скуле я это буду делать? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять и 10. Коней мы возьмем из-за Ремина 4 штуки. Все, вот первая армия Да, капитан. дополнительная, которая будет захватывать Адриатику, уже готова. Который пойдет за Альпы, пока ждет своей очереди. Господин! Три хода ждем, корабли будут готовы, садимся на кораблы. Кораблы, ёпты. И поплывем. Здесь ждем, пока восстановится кавалерия. Император! Отлично. Кавалерию можем переподготовить и возьмем в качестве гарнизона трех принципов сюда. Здесь, Да, знаем, войск капитан. продолжается. Строительство. Что мы можем построить? Давайте казарму легиона построим. В принципе, стрельбище неплохая тема на будущее. Порты, казармы.
порты, казармы, да? В будущем, чтобы коней можно было нанимать, конюшни строим. Так-то пока все. Заканчиваем ход. Так, ждем еще ход, а здесь мы уже можем выдвигаться через хребты. По-моему, здесь можно пройти, если я все правильно помню. Это невозможно, господин. Тут должен быть проход через горы. Ну да, куда-то вот сюда. Ладно, сейчас разберемся. Чувствую себя кровожадным ублюдком, когда галы просят перемирия, а я отказываю. Это как-то неправильно. Жалко галов. Готовьтесь к бою! Полуторатысячная армия — это серьезная фигня. Подеремся с ними сейчас чуть попозже, а пока садимся на корабли и плывем в сторону Массилии. Высаживаться сейчас будем там. Пробежимся еще раз по строительству. Кузницу давайте в Аремине. Есть такая штуковина. Колонна. Измерение рост населения на 0,5%. Увеличение количества товаров. Улучшение опыта войск, обучаемых здесь. Вещь, в принципе, неплохая. Давайте ее построим. В Сигесте давайте вот конюшню. И дальше поля пускай будут. Поля вариться. Строить не будем. Кузницу пока поставим. А во времени давайте строить все-таки поля. Ладненько, ладненько, ладненько. Что ж, давайте драться тогда против галлов здесь. Они переградили нам путь через Альпы. Отряды! Уходи! Отряды! Боевая группа! Распущена! Военачальник! Уходи! Отряды! Марш! Отряды! Быстрее! Быстрее! Ебать, вся пехота у меня что-то испугалась, убежала. Какого хрена? Охуеть, вся пехота испугалась, убежала. Отряды!
Опять генерал тащит катку. Вражеский полководец убегает. Вражеский полководец убегает. Это пиздец, ребят. На самом деле, если бы не принцип и не генерал, мы бы эту битву слили 100%. Гастаты просто взяли, обосрались, убежали. Вражеская армия... Ухожу из армии! И у нас погиб генерал в конце боя, да? Биби Юлий. Господин! Пиздец. Флот готов. Это трэш. Это трэш. Ладно, ищем полкана какого-нибудь молодого. Есть? А, есть. Вот он тут у нас 16 лет. Император! Император! Уходим! Годы кончились, господин! Усиливаем войска. Надо менять, судя по всему, гастат однозначно на принципов, потому что если вот так вот гастаты будут убегать, рано или поздно мы сильно обосремся. Не хотелось бы такого. Готовы поднять паруса. Разбиваем гальский флот. Победа. Готовы поднять. Высаживаемся, и тут нас паруса. Встречают. Сойти из кораблей! Полководец! Готовы поднять паруса? Ладно, будем смотреть, чё как. Император! Так, я что-то не понял. А генерал я что-то не забрал? Не забрал, да? Марш! Присоединяюсь к войскам! Годов больше нет, господин! Печальное зрелище, на самом деле. Господин! Приказы! Император! Приказы! Вперед! Готовы поднять паруса! Подплывем к Аремину. Это сделано, господин! Флот готов! Да-да, капитан! Господин! Император! Да, капитан! И просто в... В самом узком месте попробуем быстренько пересечь Адриатику, потому что, ну вот поэтому. Выйти из боя! Это и кончилось, господин. Готовы поднять паруса. Ну, получилось на самом деле неплохо. Мы высадились примерно там, где и хотел. Осаждаем поселение. Нормально. Поселение в осаде, господин. Флот готов. Да-да, капитан. Да, капитан. Попробуем доплыть до порта Патавия и там переподготовить войска и взять подкреплений. Наши войска, которые высадились рядом с Массилией... А, не, нахер, хер там нам дадут. А, нет, вот сейчас мы подошли достаточно близко. Да, капитан. Ставить паруса! Возьмем побольше кораблей и начнем осаду. Атаку! Массилии. Здесь у меня войска готовы. Меняем гастатов на принципов. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И одного гастата возьмем. Полководец! Вперед! Ходы сделаны, господин! Господин! Марш!
Вперед! Давайте башенку построим. На всякий случай. Ну и последнее, что мы можем построить в Семидиалане, это храм большой строим, кузницу в Сигесте, казармы в Арице, конюшни в Потавии, канализацию в Аремине. Стрельбище построим в Аскулле. Прекращение огня галлы хотят, я отказываюсь. Господин! Ну, греки пока не пытаются снимать осаду. Это хорошо. Флот наш разбивают галлы. Наш флот атакован. Пути назад у наших войск под Массилией уже нету. По-любому надо драться. Вот он, Авентик. Я знал, что тут есть город. Попробуем его сейчас захватить. Так, а это у нас битва в горах, засада против нас. Огромное количество галлов. У них очень много легкой пехоты. А у нас есть кавалерия, так что ее мы, я думаю, быстренько разгоним. Давайте подеремся. Жалкой надежде спастись! У галлов нету кавалерии в данный момент, поэтому я особо ничего не боюсь и смело отправляю своих пацанов. Вот здесь, конечно же, я ошибся. Надеюсь, что... Нет, ну, пацаны уже не выйдут обратно. Хаос и сумбур происходит, но хер его знает. Главное, что мы побеждаем сейчас.
Двигайтесь! Двигайтесь! Ну, первая армия разбита, ее надо просто сейчас догнать и уничтожить то, что от нее осталось. Богам. Сердца врагов наполнились страхом, и они обратились в бегство. Быстрее, в атаку! Атаковать! Быстрее, в атаку! В атаку! Вторая армия убегает. Или нет? Не хотят, да, драться? И убегать не хотят. Но мы их сейчас заставим. Либо драться, либо убегать. Все-таки убежали. Прекрасненько. Теперь мне никто не будет мешать. Так, это что у нас? Салонна, да? Победа! Хорош. Салонну мы захватили. Переобучать никого не можем. Храм Афродиты мы снесем, построим свой. Осада Авентика. Греки снимать осаду со своего города пока не спешат. Поселение, да? В осаде, господин. Через ход, я надеюсь, мы захватим Авентик. Ладно, ребят, думаю, на этом можно заканчивать очередную серию. Всем большое спасибо, что пришли. Не забываем лайк, подписка, колокольчик. С вами был Гимелькар Барка. Скоро увидимся. Всем пока.